Всем привет! Ну, я делала заказ Faberlic и как раз поделюсь опять с вами, что я заказала. Так, вот у меня пришел заказ. Я всегда заказывала почтой, но у нас почту закрыли в деревне. И теперь мне делала заказ ДПД курьером. Привез домой. Тоже очень хорошо, ну, чуть-чуть дороже, но зато тебе никуда ездить не надо. Ну, сейчас как раз вытащу. Вот. И посмотрим, что я тут заказывала. Так. Вот, в кулечках все. Так. Краску Expert Color Faberlic. Это краска номер 11.1. Ультра осветляющий блонд пепельный. Ну, как-то вот такой вот. Так, дальше. Заказала для обуви чистящая пенка. Восстановление внешнего вида. Ну, как раз сейчас весна. Все, и хочу попробовать с этой пенкой. Еще ее не пробовала. Дальше я заказала вот этот французский десерт. Крем-гель для душа. Он мне очень нравится. Запах очень классный, такой карамельный, приятный. Так. Так, этот крем восстанавливающий с аргентином. Все его очень хвалили, домашняя аптека. Вот, и я хочу с ним тоже попробовать. У меня болят тут сейчас коленки. И вот буду смазать ими коленки. Как будет, не знаю. Первый раз. Так, тут он аргентин. Так, флавоноиды каштана, имбирь и поддорожник, донник, кислородный комплекс. Ну, как раз посмотрю, как он действует. Так, дальше. А, заказала мужу. Ему очень нравится. У него сейчас опять перхоть появилась. Спрей-лосьон от перхоти для кожи головы. Устраняет перхоть и причину ее возникновения. Вот это самое главное. Причину. Это такая пшикалка. Он помоет голову вот и пшикает. Если честно, он очень классно помогает против перхоти. Этот ган хороший. Пшикалка. Так, дальше. Зубную пасту, как всегда, эту взяла, свою любимую. Вот, свежая мята. Дальше взяла этот крем попробовать вокруг глаз. Он, конечно, для возрастного. Ну, я решилась. Мне нравится все поэкспериментировать, все попробовать. Так, и новиночки тоже взяла. Это сыворотка. Weekend. Вот, тоже вот буду пробовать, как она. Так, и тут еще точно такой же крем взяла. Вот тоже новиночка для меня. Как раз попробую. Так, и тут еще. Сейчас открою. Два мыла взяла для рук. Так, это штрудель с мороженым. И первый раз вот взяла попробовать карамельная груша. Тоже видео смотрели, все очень хвалят этот запах. Ну вот и я решила взять, попробовать. Вот такой вот. Упаковочка красивая, такая груша. Ну вот такой у меня небольшой такой заказ. Ну тут, как всегда, чек, кулечки и каталог. Тоже в кулечки поставили. Вот. Вот такой, как всегда, очень
толстый его, плотный такой. Тут всякие скидочки опять, все. Вот. Так что вот такой вот у меня заказ. Уже тут на лето все. Ну вот. Кто хочет тоже заказать, присоединяйтесь. Оставлю внизу ссылочку, где вы тоже можете посмотреть, все почитать хорошо в интернет-магазине и заказать. Или почтой, или курьером. Или сходить у кого, если есть поблизости Faberlic магазин, или как он там называется, взять там свой заказ, туда сделать бесплатно. Так что всем пока. До новых встреч!